Ну что, ребят, всем привет, с вами как всегда Клауд, и я немножечко развлекался тут в версии 0.5.0 и все-таки перешел к тому, что нам нужно все-таки строить бои роботов, и тем более их очень легко здесь строить, достаточно просто банально покрасить капсулу в разный цвет, и в итоге вы получите какие-то крутые босс-файты и тому подобное. Давайте посмотрим, видите, я сделал такое снаряжение, смотри, сейчас вам покажу. Вы это видели, как это вообще устроено, да, ну вы видите. Немножко возвращался, но тем не менее, вот здесь должно работать. Таким образом, друзья, я специально себе сделал вот такой вот трон, который вот так вот хорошо поднимается, и можно классно наблюдать, собственно говоря, за нашими босс-файтами. Что я хочу сделать в сегодняшнем видео, я хочу посмотреть, сколько конкретно понадобится мобов. В данном случае у нас это будет лента бота, которые стоят лентами такими против одного босса. Давайте посмотрим, включаем режим. Так. Что-то пошло не по... А почему он на меня сахарился? Что происходит? Босс прям нормально так разваливает. Я думал, уже босса убили. Подождите, что происходит? Тупят боты. Он сверлит землю почему-то. Да он сзади стоит, ты тупой. Давайте ему поможем. Так, друзья, как ему помочь? Интересно, давайте попробуем у него стоять. Короче, друзья, что пошло не так? Давайте попробуем еще раз это сделать. Ну, почему-то босс куда-то не в сторону начал смотреть. Один из маленьких мобов начал меня стрелять, сбил мне, блин, весь подъемник, скотина, это заново строить. Но, тем не менее, вроде, в принципе, работает. Давайте попробуем еще что-то сделать. Самое прикольное, что даже они пушку сбивают. Вот у меня пушка, видите, была поломана. Ну и к тому же мне показалось, что три человечка будет мало. Давайте попробуем сделать их, блин, не в ту сторону повернуты. Все-таки давайте нормально сделаем, то опять будет... проблемы с босс-файтом. Так, пускай будет 7 роботов, которые будут стреляться этими лентами своими. И звать их покрасить. Это у нас команда синих, поэтому красим их в синий цвет. Чтобы они агрились правильно на одного босса. А босс-то команда красных, поэтому мы красим, соответственно, в красный цвет. Вот таким вот образом. Осталось только остановить мое сиденье. Скотины. Я думаю, все будет нормально. Так, наконец-таки я все восстановил, поэтому начинаем, собственно, наш новый файт. 7 ботов против одного босса. Погнали, Clash of Clans. Хорошо. Теперь все правильно сагрись, потому что я, видимо, когда ставил ботов, не отрубил, но агро. Как они его завалили? Бежали, чуть не сдохли. Это очень странно, ребят. Что-то слишком быстро. Так, почистили ботов. Как видите, они все равно как-то агрятся очень странно. Босса убили, но при этом какой-то агро есть и пытается валить пушки. Поэтому я думаю, чтобы их защитить, мы с вами сделаем из самого крутого металла в эти пушки. И просто хочешь посмотреть, сколько бойцов требуется, чтобы сделать то или другое. Потому что, видите, скотина, к сожалению, пробивает мне вот эту штуку. Но третий уровень вроде бы не должен пробиваться. Думаю, все будет нормально. Хорошо, друзья, у нас было 7 ботов, и они вроде как затащили этого босса. Давайте попробуем, может быть... 7 ботов и 2 босса. Все-таки у этих ботов преимущество то, что боссы не успевают до них добежать. Поэтому, наверное, поставим, может быть, даже 3 босса. Так будет, наверное, вообще правильно. Кстати, я проверял, вот эти вот все боты, их нельзя, к сожалению, взорвать динамитом, чтобы их... Точнее, вы не сможете распаковать динамитом. А капсула просто пропадает после этого. Вот это вот как-то не очень хорошо сделано. Возможно, поправят. Было бы очень удобно. Ну, просто больше бы возможностей было. У нас получается 5 лен-ботов против 3 боссов. При этом у лен-ботов есть приличное преимущество вследствие того, что они будут стрелять сдалека, пока боссы не до них добегут. Давайте нажимаем, смотрим. Блин, так лайши бывает. Так, хорошо. Вот они бегут. Босс агрится, а эти они тупят еще. Просто что-то зашли как-то. Левый босс пошли с левой стороны. Но боты должны очень быстро умирать. То взрывается, убивает еще несколько ботов. Хорошо. По-моему, это победка, ребят. Сейчас посмотрю. Но, по-моему, мы победили. Да, по-моему, победили. Только они меня, блин, разрушили. Они мне гейт сломали, собаки. Ой, каждый раз она все строит. Это полная дичь. А еще взорвутся, мне сломаются все нафиг, да? Нет, не ломает, смотрите. То есть взрывом вот эти вот блоки не ломаются. Как видите, только деревянные блоки ломаются. Блин, ну это все проблема, они мне гейт снесли. И придется заново все строить. Ладно. А, отличненько, опять все восстановили. Сделал подальше гейт, чтобы не было такой проблемы. Чтобы проще было в следующий раз подключать. Но, насколько мы видели, 7 этих чуваков против 3 боссов не мог. Потому что, видимо, распределяет внимание, куда стрелять. И, собственно говоря, поэтому и всасывает. Ладно, ребят, давайте попробуем еще раз. Итак, у нас снова получается 7 ботов. Попробуем сделать только 2 босса. Че, погнали. Раз, два, три. Бам. Давайте пойдем поближе посмотрим. Так, они все бегут к какой-то интересной технологии. Одного босса завалили. Он взрывает, забирает с собой троих, по-моему. Да, слушайте, ну тут, видимо, им повезло просто банально. Я подозреваю. Итак, делаем обычных роботов. Вот таких вот. Первые, они называются у нас... Как они называются? Давайте посмотрим. Называется
грузоботы, а вторые боты, которые мы будем использовать, это будут сеноботы. Посмотрим разницу. Вот эти грузоботов сделаем побольше, потому что они все-таки самые слабые, по-моему, в игре, насколько я знаю. Поэтому есть смысл взять их побольше. В итоге у нас получается 12 грузоботов, а сеноботов мы поставим, я думаю, штук 5, будет честно, мне кажется, да? Или не будет честно, что 5 поставить? Мне кажется, будет честно. Делаем из них команду красных. Вот таким вот образом. Единственное, что нам здесь не хватает пушки, поэтому немножко доставляем пушек. Так, ну что, ребят, погнали. Кто на кого ставит? Я думаю, что все-таки сеноботы их, наверное, покоцают. Даже несмотря на то, что их в 2 раза меньше, но мне кажется, будет очень интересно. Ой, какие-то лаги пошли. А что, они друг друга должны дагаться на... Вот, все, лаги пропали. Так. Слушай, ну даже сейчас не знаю, кто кого сделает. Пока вроде у нас получается один бот, кто тупанул, там что-то с ним происходит. Ну да, смотрите, спокойно, вот все на бот очень мощные оказались. Получается, у нас осталось... У нас даже не все воевали, и получается, у нас трое ботов завалило, по-моему, 10 человек. Офигеть. Это было реально очень прикольно. Давайте попробуем сделать лен-боты. Не знаю, сколько штук. Ну давайте, допустим... Ну, 6 сделаем, да? 6 нормально будет? Нормально. И поставим сеноботов. Наверное, ну, 5 на 5 будет несправедливо. Точнее, даже 6 там у нас получается. Тоже будет несправедливо. Ну, давайте посмотрим. Тут есть преимущество в том, что боты эти могут мазать, а эти вблизи нормально их вытаскивать. Давайте посмотрим. Мне кажется, вполне вероятно, что они могут потянуть. Надо их покрасить, и все будет нормально. Так, ну погнали. Бам. 5 небольшие лаги. Это, видимо, за капсул. А куда эти побежали? Смотрите, эти пятятся назад почему-то. Чтоб они обходят. У них тактика. Так. У них тактика 11. Блин, я-то думал, будет как-то... Ой, где мой сиденье? Сволочь. Хорошо, друзья, давайте посмотрим, допустим, сколько понадобится вот этих вот синоботов. Надо их только правильно поставить. Чтобы завалить, допустим, босса. Мне кажется, что, судя по мощности, им хватит, наверное... Я думаю, что босс, в принципе, шестерых должен в теории завалить. Ну, давайте посмотрим, так ли это будет. Поднимаемся. Поехали. Уу, босс-файт. Куда? Эти какие-то тормознуты, смотрите, они как-то бегают с ними, как-то... У них какая-то тактика очень хитрая, боком берет. Офигеть. Вау, а где... Что? Они босса подкинули или что, что произошло? Ну пока... Не знаю, кто преимущество. Но уже двоих нет, один остался. Ну, получается, что все. Хорошо, друзья, давайте попробуем, может быть, какую-то совместную работу вот этих леноботов сделать с теми ботами. Эти будут отвлекать, допустим. Давайте их поставим немножечко позади. Я думаю, нам троих хватит для отвлечения. И ксеноботов поставим чуть ближе. Как-то вот так вот. Точнее, синоботов. Почему я называю ксеноботами? Вот так будет, в принципе, честно. Они будут отвлекать, и думаю, что все будет нормально. У нас получается 5 синоботов и получается 3 человека, которые будут стоять. То есть, по-моему, лентобот называется. Мне кажется, теперь босса будет жопа. Давайте посмотрим. Ну что, файт. Хьюстон, у нас проблемы. Странно, что не стрельнули, видимо, там что-то сломали. Слушай, а босс пошел что-то ломать кого-то там. Блин, ну тут без шанса. Поможем. Вот он, говорит. Так, ну сейчас точно уже сработать, ребята. Так, 3, 2, 1, запускаем. Да. Опять все пошли какой-то тактики дурацкой. Смотрите, он агрессом, не туда согрелся. Что происходит? Ну завалите, завалите. Вот, слушайте, пока эти танковали, эти хитрые сзади набежали и взорвали босса. Уу! По-моему, здесь какой-то... Слушайте, в этой битве никто не победил. Потому что пошло что-то не по плану. Эти были милишники и, собственно говоря, взорвались вместе с боссом. Очень интересно, очень интересно. Я, конечно, не хочу ставить этих ботов, которые я взрываю, потому что мне это все нафиг кто-то разнесут, поэтому я их не использую. Давайте сделаем файт босса с какими-то приспешниками. То есть у нас получается вот такие вот боссы будут, да? Плюс какие-то приспешников им сделаем. Единственная проблема, что эти синоботы, они какие-то тупые, они, к сожалению, они как-то видели, у них тактика в бок, боком идти, как-то вас обходит. Каждому дадим по охране, посмотрим, что будет. Просто ради интереса. Так, ребят, ну что, погнали. У нас получается боссы с охранниками. Так. Этот перестрелка никому не подходит. Не, а вот он опять кто-то подпрыгивает. Что происходит? А, у босса же еще эта фигня искать. Он ее неплохо так разрушает. Так. Босса пока друг другу не хотят файт. Там, по-моему, идет совместный файт какой-то с какими-то их приспешниками. Кто, интересно, был продвинутый, кто, интересно, больше, меньше получил урона, собственно, тот тоже выиграет. Потому что не знаю, кого бьют, смотрите. Слушай, а только они друг друга сейчас прям завалят и взорвутся одновременно. А, даже если один из них взорвется, он убьет другого в теории. Так получается?
Он прям очень долго бьет. Офигеть, друзья. Все, да, победил красный, формально красный победил, но он сейчас, по-моему, взорвет. Да, он взорвет второго, второй тоже взрывается. Но формально победил красный, друзья. Слушайте, мои эти штуки теперь работают, слава богу, да? Слушайте, на самом деле, конечно, все это очень прикольная идея, вот, но на самом деле снимать пока не сильно много чего есть. Поэтому, ребят, пишите ваши идеи, что вы хотели бы увидеть, потому что что снимать версию на 5.0 пока не совсем ясно. Вроде бы все, что можно было, показали, но вот такой босс файт придумал, возможно, какой-то другой может босс файт сделать. Хорошо, друзья, давайте теперь посмотрим на рандом, то есть сделаем одинаковое количество мобов и посмотрим, какой рандом совпадет, чтобы они, допустим, друг друга выиграли. Как думаете, будет рандом жесткий или все-таки какая-то команда победит? Я думаю, что будет рандом, следующий раз будет тоже рандом, то есть... Тут, блин, я не знаю, что будет. Давайте посмотрим, для этого экспериментируем. Все открылись нормально. А почему они тоже красные? Они не пушки сбивают, сволочи. Еще прикол, смотрите, я могу их прямо на лету красить, смотрите, оказывается. Покрасил, но убил, ничего себе. Эти козлы не сбили пушки. Ну, по-моему, победила команда крас, потому что все были красные, остались. Какой-то рандом сработал, и просто друг друга как-то резко поубивает. Грубо говоря, кто не промахнулся, тот победил, по сути. Ну, давайте проверим еще один вариант. Я поставлю босса с левой стороны, чтобы это было честно. Может быть, реально, если какая-то сторона влияет, тоже достаточно интересно проверить. И попробуем обычного чувачка. Я думаю, что нам, в принципе, хватит вызвать босса. Скорее всего, я думаю, что... Ну, пятерых точно нужно хватит, мне кажется. Ну что, друзья, раз, два, три, бам! Так. Босс пока... Типа Сагрос, ну тупит, но убить все попадают, все пятером попадают, и я думаю, что завалить очень быстро, да. Проблема в том, что они все пятером попадали, то даже какого-то рандома нету по стрельбе, и поэтому все очень сильно выиграли. Но босс прибежал, они убили, босс всех взорвал, то есть получилось как бы при этом еще ничья. Да, то, что босс взрывается в конце, это, конечно, такой читерский прием от босса, и, увы, вот так получается. Хорошо, давайте попробуем сделать еще напоследок рандом. Такой, чтобы это были синоботы, и чтобы синоботы, допустим, были против синоботов. Я хочу посмотреть, потому что стреляет, в принципе, это все-таки какой-то рандом присутствует, да? То есть кто первый стрелит, там подобное. А в этом случае, судя по всему, должны, получается, пока не добегут, пока они еще там валятся. Но тут бывает, что они тупят очень сильно. Короче, ребят, сейчас посмотрим, что будет. Я надеюсь, что будет все нормально. Итак, друзья, нажимаем. Бам. Так, они ставились. Очень какие-то лагучие роботы, кстати, вот эти вот. Так. Вот это честный бой, вот это честный бой, вот реально. Вот тут рандом можно проверить хорошо. Команда синих победила, да? Хорошо. Давайте вот чисто интересно. Команда синих, у нас, напоминаю, была с левой стороны. Сделаем все то же самое, посмотрим, будет ли рандом. Так, ну что, раунд 2. Напоминаю, что в предыдущий раз победили синие перевесом 2 робота. Поехали. Блин, ну сейчас тут, да, вот не совсем получилось заспаунить одного. Ну, попробуем, может быть, опять синие победят. Рандом. Синий победил. Не, подожди, 1-1. Так. 1-1. Победил синий. Перевесом опять 2 очка. Ну, давайте, в принципе, сейчас не совсем правильно все получилось, поэтому давайте все-таки переиграем еще раз. Так, ну если в третий раз будет, синяя команда победит. Хотя, в принципе, тоже было получается перевес примерно 2 робота, но какой-то очень странный рандом получается. Сейчас все правильно распаковалось. А, такая же тактика, как и была. Небольшой немножко разобой. Один раз робот убежал. И победила команда синих, причем с большим преимуществом. И... Ну, завидно побежает команда синих, смотрите. О, смотрите, один сейчас всех перевалит. Это было маловероятно. А давайте их покрасим. Прикольно, а еще одну покрасить. Все, победил. Молодец. И ты умрешь. А, ребята, я нашел, смотрите, еще одного робота, который бежал, видимо, какой-то длинный круг сделал, застрял. Бежал сюда и бьет вот это дерево. Собака. Вот блин. Ну что, ребят, как видите, рандом очень серьезный здесь. Босс-файт тоже был прикольный, мне пару пушек здесь вот уничтожили, скотины. Но, тем не менее, ребят, мне понравилось, было достаточно интересно. Мы посмотрели возможные варианты, но все-таки хотелось от разработчиков больше как-то вот этого искусственного интеллекта, потому что есть к нему небольшие вопросы, я думаю, что у вас тоже. Напишите в комментариях, понравился ли такой босс-файт, напишите ваши идеи, какие можно реализовать в версии 0.5.0. Обязательно все это реализуем. Ну а с вами был Клаус, всем спасибо, что смотрели, всем пока.